we're here with Max Dadashev. He just won. Tell me about your fight. Как прошел бой? Бой прошел в принципе так же, как я планировал себе. Я Everything I planned. Думал, как сделать. Конечно, то, что ты думаешь до боя, в одном ринге может не получиться, но я какой-то план продумал для себя и в итоге воплотил его в ринг. У меня все получилось. Кто твой любимый боксер? Who is your favorite fighter? Любимый боксер? Знаешь, многие сейчас скажут там, да, ну не, многие кто не знает, какие-то посторонние, может, люди. Но мне, честно говоря, нравится, реально нравится Василий Ломаченко, Хайтек, и Майвезер Флойд, это мой тим. Они, ну вот Хайтек, он реально Хайтек на самом деле. Хайтек, real Хайтек. У него все, да, он действительно под разными углами работает. Ну, indeed, he works реально, from он все делает, что можно. Everything he could do, he does. А Майвезер, он действительно... Он действительно думает все, что делает. Он каждый, понятно? И Василий Ломаченко, он все думает. Но любой грамотный боксер, он знает и то, что делает, и он думает, и он это делает. Но Майвезер, он действительно все продумывает. Он, ну, мне нравится этот боксер. He's smart in the ring. That's why I like him. Ковалев Ward. Ковалев это реально трудяга, он молодец, красавец. Он реально подтверждает. Respect him and he proves. Реально подтверждает каждый бой своими словами, что он делает, он верит в то, что он делает, он это делает. Он реально крутой. So tell me, in Russia you were a national team, right? Yeah. So how was it? How is boxing different between Russia and United States? I don't know. You don't know? It's the same? Yeah. Yeah? Никак не различается бокс в России и бокс здесь? Смотря какой, профессиональный? Yeah, профессиональный, of course. Конечно, отличается. Здесь даже по-другому тренируют, как бы, да, то есть тренера, нежели наши тренера. Ну, здесь, да. Не буду говорить, что отличается. Пускай каждый сам, кто хочет приехать, попробует. Если он хочет, если он может, тогда и поймет, о чем мне рассказывают. Пускай сами приедут к этому. If you want to learn, so just come over here and find out. Okay, and your social media? Huh? Social media, Instagram? Yeah, Instagram. What is that? Dadashev, man. All right, that was Maxim Dadashev after his win tonight.